Для своих очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Щелково на новые территории. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» и ребята из «Молодой гвардии» погрузили в «Газель» 2 тонны гуманитарной помощи для наших соотечественников. От инвалидных колясок и костылей до таких простых сладких радостей, как сгущенка и горячий шоколад. Здесь теплые вещи, одеяла и носки, предметы личной гигиены, сухие продовольственные товары и консервы. Словом, то, в чем сегодня нуждаются жители присоединенных регионов. В наше время волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни. И благодаря неравнодушным людям из Щелково уже на этой неделе адресаты получат необходимую поддержку и помощь.